Ну а перед началом данного видеоролика, дорогие друзья, передаю привет пользователю под ником Кутузов705, Леву15К, Хабибу Нурмагомедову, Симситу, ну и конечно же Артемку Григорьевичу, и поздравляю Гришу Про с днем рождения. Привет вам большой, ребята, от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, чата, с вами я, бабушка Валя. И сегодня в Geometry Dash я буду проходить уровень. Так, мне выпало 200 орбов и 11 кристаллов. Отлично. И сейчас мы будем проходить Blast Progressing. Думаю, вы все знаете данный уровень. Мне Паша его посоветовал. Думаю, мне не понадобится какая-либо практика. Я потому что лучше Паши играю. Понятно всем? Смотрите. Так. Сейчас я вам все покажу, как я умею играть. Так. Я не поняла. Вот. Вот так вот надо. Понятно всем. Так, стрелочка. Угу. Сейчас, дорогие друзья, мне звонят, но я потом возьму обязательно. Подождите, кто мне там звонит? Так. Сейчас возьму. Так. Кстати, дорогие внучата, дорогие друзья, напишите в комментариях, прошли ли вы все официальные уровни в Geometry Dash. Например, я у себя на телефоне прошла, а Паша на компьютере не прошел. Если вы хотите батл с Пашей, я могу устроить. Так, тем временем мы уже вот здесь, на шипе. Угу. Так. Сейчас будет двойное раздвоение. Вот оно. И мы его сейчас пройдем с монеточкой, понятно всем? Хе-хе-хе-хе. Так. Моя любимая часть. Так, вот. Ну и, конечно же, монеточку соберем. Как же без нее? Угу. Я не поняла. Вы ничего не видели, дорогие внучата, дорогие друзья. Сейчас мы все исправим. Как это произошло, я не пойму. Это мне все мешает, кто мне сейчас звонит там. Сейчас я возьму, я пройду и возьму обязательно, не мешайте. Так. Снова с медалечкой. Как же без нее? Так. Все отлично. Последняя медалечка. Ой, вторая точнее, дорогие друзья, дорогие внучата. Так, третья сейчас будет вот здесь. Так, отлично. Супер. Вот она. Так. Мне срочно нужны водички, потому что без водички я не смогу пройти. Но я, конечно же, шучу, дорогие внучата. Вы поверили, да? Ой, внучата. Так, снова монеточка. Угу. Так. Оп. Отлично. Вот как я люблю вот эту вот часть, она оранжевенькая, такая красивенькая. Вот, юфошечка. Так. Угу. Так. Сейчас я вам покажу весь мастер-класс. Это я просто так... Вам просто так скрывала свой талант. На самом деле, я с первого раза могу пройти. Так.
Так. Ой. Вот, все, дорогие друзья. Дорогие внучата. Шифа. По-английски шифа будет. Итак, я вам рассказываю коротко и ясно, почему же я прошла именно с 7-й попытки, а не с 1-й. Итак, все дело в том, что у нас с Пашей цифра 7 это любимое число. Точнее, цифра. Ой. И второй часто задаваемый вопрос, внучата, почему же именно Blast Processing? А я вам отвечу, все очень просто, потому что он рядышком с уровнем Theory of Everything 2. В будущем я покажу, как Паше его пройти, потому что это его аккаунт. У меня-то он полностью пройден. Хе-хе-хе, ну Паша, берегись. В общем, если вы меня еще ждете, пишите обязательно в комментариях, я еще раз вернусь. И поиграю обязательно в какой-либо другой уровень. Ну ладно, по традиции я вам желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы никогда не болели. Храни вас Господь и Аллах, всем удачи и всем до свидания, дорогие друзья. С вами была бабушка Валя. Всем пока.